В Чувашии сегодня запустили новый туристический маршрут. По старинным купеческим городам на Волге будут курсировать суда на подводных крыльях. В первый круиз отправилась Марина Рябцева. Сегодня к пристани Чебоксар причалил Валдай-45Р – судно на подводных крыльях. Метеоры в Чувашии не ходили с 90-х годов, поэтому появление Валдая сразу привлекло внимание горожан. На этом судне планируется возить туристов на экскурсию из Чебоксар в Мариинский Посад и другие чувашские города на Волге. Сегодня маршрут протестировали чиновники и журналисты. В первую очередь оценили сам корабль, поскольку такое судно республика планирует купить. Экскурсия будет начинаться уже в пути, рассказ об истории городов. Здесь же для туристов дополнительное зрелище – шлюзование. 17 шлюз будет слева по ходу. 17 шлюз слева по ходу. В Мариинском Посаде корабль торжественно встречает оркестр. Туристам выдают своеобразные визы, открытки и фирменные марпасадские пряники. Чтобы наш район развивался, обязательно нужен туризм. Мы гостей встречаем на широкую ногу, всегда встречает императрица. У нас есть свита и ярмарка. Потому что на Волге, когда мы гостей встречаем, когда к нам гости приезжают, всегда играла ярмарка. Власти обещают, что в следующем году Мариинский Посад значительно преобразится. В планах построить здесь и новую большую пристань. Сделать все для привлечения туристов. Программа экскурсий готова. Тестовая поездка на Валдае в Чувашии прошла успешно. Теперь власти республики планируют приобрести это судно. И тогда в следующем году все желающие смогут оценить новый туристический маршрут. Марина Рябцева, Андрей Шоклев, Чувашия. ТР.